Ржевские бои были одними из самых тяжелых. Сдать Ржев значит открыть русским дорогу на Берлин, так считало немецкое командование. 17 месяцев у стен города шла упорная битва. 3 марта 1943 года советские дивизии освободили Ржев. О памятных днях рассказывает Иван Михайлович Тихомиров, бывший политрук стрелковой роты, директор одной из ржевских средних школ. После освобождения города Ржева от немецко-фашистских захватчиков я и мои товарищи увидели пепелища и руины. Из 5500 домов уцелело только менее 300. Враг разрушил все промышленные предприятия, железнодорожный узел. С тех пор прошло 30 лет. Трудящиеся города под руководством партийных и советских органов на месте пепелищ построили заново современный благоустроенный город Ржев. За 2 года 9-й пятилетки строители сдали в эксплуатацию 36 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня Ржев дает стране башенные краны, автотракторное электрооборудование для строящегося камского автогиганта, большое количество товаров народного потребления.